Губернатор продолжает знакомиться с жителями региона. В день Конституции Станислав Воскресенский встретился с ветеранами Ивановской области. У вас большой опыт. Я считаю, что любое развитие, оно должно опираться на традиции, а не просто на какие-то фантазии. Но поговорим не только о перспективах развития, спокойно с вами поговорим о тех проблемах и системных, и личных, которые вас волнуют. Предложил бы в таком формате построить наш разговор. В начале неформальной беседы за чашкой чая извинился перед гостями. Встреча задержалась на несколько часов. Причина тому – вернувшиеся из Сирии ивановские военные, живые и здоровые. Экипажи прибыли во вторник на аэродром Северный. Не могло не радовать, как и дети, и жены встречали своих отцов, которые достойно выполнили все задания и разобрались с терроризмом. Ветераны, в свою очередь, рассказали новому главе региона о положении дел в его вотчине. Напомнили, что есть проблемы с медицинским обслуживанием, газификацией, пресловутыми тарифами на ТКО. Обозначили и цели, намеченные ветеранскими организациями. Первое – это активное участие ветеранов в общественной жизни. Второе – защита прав и интересов наших ветеранов. Мы имеем в виду – это достойные условия жизни. И третье – это патриотическое воспитание молодежи в духе любви к родине и уважения к старшим. Рассказали и о вполне конкретных результатах работы. Помогают одиноким пожилым гражданам, участвуют в программах компьютерной грамотности, отстаивают законные права ветеранов. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.